Комментарий главного тренера РБК Николая после третьей игры серии Владимир Полин. Хочу поблагодарить наших болельщиков за ту поддержку, которая была в этой серии. В Южный приезжали большое количество болельщиков, поддерживали. Конечно, обидно проигрывать такие игры, как Южный, Николай, и сегодняшняя игра. Но мне кажется, что как бы тот процент реализации штрафных, 10 штрафных из 27-17 забили, это процент 63, это очень низкий. И получилось достать команду тогда, когда побежали. Побежали это то, о чем мы говорили, начиная с первой игры. Все заранее. Мне кажется, нужно играть быстро, когда появится вариант, тогда быть легкие мячи. Поэтому, когда побежали, когда уже как бы терять больше нечего было, ребята отработали по полной, на 100%, даже на 120% тех, кто играли. Ну, к сожалению, пропустили последние 2 очка, как бы это тоже с той же комбинацией, с которой которую мы разбирали. Немножечко не разобрался Андрей, не закрыл правую руку, но тем не менее, какой-то достаточно сильный защитник. Пошел до конца сыграть. Дима Романович, как раз последние счет равный, но и с мячом, как у них отдает пас вроде нашему, его забирает мяч, а так как Колтер, именно как у них обводит и забрасывает решающие очки. А как-то не хотели поставить в этот момент на Донченко? Как у них все-таки менее... Не хотел. Точно просил всю четверть. И мы эти две четверти, всю четверть, всю половину. Мы эти две половины пропустили 20 очков, мы выиграли 20-12 и 17-8. Это те ребята, которые заслуживают того, чтобы играть концов. Они сделали этот результат, они догнали эту команду «Химик», сравняли счет. Поэтому я не рискнул уже что-то менять, уже доиграть 30 секунд. Ну, получилось, как получилось. Ну, вот видно, что они переиграли за счет скамейки. Они переиграли за счет желания. Нет, ну скамейка тоже у них посерьезнее. Вот как-то на следующий год думать как-то усилить команду? Или еще об этом рано думать? Думаю. Я не знаю, о чем я должен думать на следующий год. Кто здесь будет тренером работать на следующий год? Кто будет работать тренером? Ну, вы показали прекрасный результат, я думаю. Хорошо. Вас убрать с тренера, по-моему, это было бы глупо. Я же не знаю, поэтому мы еще на эту тему не разговаривали ни с президентом, ни с кем. Мы говорили о том, чтобы как поехать на пятую игру в Южный. По тем мерам, которые были в Южном, по которой команда показала, как она билась и сражалась, я ребятам сказал, что имеем мы преимущество поля, и я не сомневаюсь, что мы эту серию выиграем. Но, к сожалению, нам нужно выигрывать в Южном. То, что сегодня произошло. Ну, не хочу ничего говорить, что есть, то есть. Я и ребята начали, всех поздравил с окончанием сезона. И делать разбор игры нет смысла, потому что следующая игра будет аж осенью у этих ребят. С кем она будет, неизвестно. Поэтому что-то говорить кому-то хорошие слова, кому-то плохие не хотелось. Просто всех поздравил с окончанием сезона. Все. Спасибо за сезон. Спасибо.